Ну что ж, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир ЕСЦ 2012. Это пока что я, только Тафу в студии Киберарена ТВ, StarLadder TV. Very Games против ЕСЦ. Этот матч мы с вами вот-вот начнем смотреть. И да, в принципе, чего затягивать. В принципе, мы уже его смотрим. Классно. Классно, вовремя я успел прям под пистолетку. Все, поехали. Итак, французская команда Very Games, одна из топовых пока что в CSGO, играет в защите. Поляки атакуют, ТАСС уже под Б. Ну и, кстати, по-прежнему, я не знаю, вот все-таки кто там из них за Love и Dance. А кто вот 3М. Ну, Паша, Нео и ТАСС, тут понятно. А вот кто Лорд, кто Кубин, это, конечно, пока вопрос. Точно должен нам сказать Слэм. Поигрывал он с парнями, он там разбирается, кто из них по никам. Ну и должен вот-вот, где же он появился? Это сейчас позвоню еще раз. Вот-вот просто появится. Ну, смотрим, пока пистолетка развивается неплохо. Ой, подловили в будке, посмотрите, на улице. Да вообще сейчас, что происходит в Very Games? Да, походу, вот тут еще и пик по картам, знаете. ЕСЦ научили, практически научили весь мир играть потом вот в новый нюк, как говорится, уже после шведов. И, по-моему, в CSGO они тоже решили взяться за эту карту и уже очень неплохо раздают. И, знаете, многие говорят, что нюк у пацанов, по-моему, самый крутой. Ну. Так, что-то у меня слетели бинды на какое-то время. Такое я заметил тоже бывает на HLTV.org. Так, началось событие у Virtus.pro. Молодцы, конечно. Посмотрим за вот этими девайсами. Я просто хочу за тазом посмотреть. Довольно веселая такая штука. Вы не поверите, но если не ошибаюсь, это шотган, который очень неплохо вливает. Сейчас посмотрим. Хотя не похож. Вот говеры точно не могут сказать название. Я еще не все пушки новые разучил. Есть минусы. Флешонный таз. Пытаются выйти на А. Выходит на слепую. Уже под девяткой. Минус от Very Games. А, все, понял, что это за серьезный такой девайс. Какие хедшоты пошли сейчас от таза. И там еще, конечно, по деньгам тоже отдельная наука будет сейчас. С кого девайс там сколько денег дает. Но мы это тоже все разучим. Отличный караунд от Very Games, диффузы, лол. Поляки неудачно выходят на точку. 1-1 и сразу же ответ. Но был установлен плент. Возможно, сейчас будет один экораунд. Сейчас увидим, что же решат сейчас делать парни из Golden Five. Это MP7. Ну вот вроде бы похож. Спасибо, ребят. Я читаю. Фифлар на стриме пишет. Это MP7. Спасибо тебе, дружище. Ладно. Смотрим дальше. Посмотрим сейчас, как будут. Вообще вчера мы видели веселые подсадки. Здесь уже на рампах на Б. Здесь вообще атака, кстати, очень веселые гранаты дает на аплент со стороны атаки. Здесь вот, кстати, эти окна флешкой разбиваются, либо хаешкой. И можно через верх накидывать на аплент. Тут тоже есть специфика нюка. И, конечно же, новый подкоп. Основное изменение, это не просто нюк, это измененная карта, Special Edition. Даже Vertigo Edition, по-моему, Edition VE. Вот здесь есть такой выход, посмотрите. Вот он самый главный выход вниз сюда, вот в подвалы. Это вот у нас сразу выход вентиль. А это уже сразу моментальный заход на точку и стекла под аплентом. В общем, ну и дальше длина. Ладно, попозже. Ну, лучше поиграть и самим посмотреть. Совершенно поменяло немножечко динамику игры. Этот подвал, этот подкоп. И в основном там чаще всего происходят события. Калаш. Калашу Нео, калашу Таза. Два дигла и даже три дигла. Вот по слоу Б будет играть сейчас Golden Five, ESC. Выход на Б пытаются сделать. Ну и вот хелпа. Отрезать хелпу. Есть минус Таз. Хороший размен. Смит в... Нет, Кенни и Смит дают минуса. Возвращаются на плент. Калаш, два дигла остается у поляков. Сейчас девятка. Ой-ой, на передней. Минус два. Что дают? Паша, один хелс остается. 3-2 в большинстве ЕСЦ. Неужели сплитбай сейчас возьмут? Посмотрим. Бомба стоит. И что будет делать Смит в будке уже? Девятка. РПК. Минус от Смита. Есть ситуация 2 в 2. 13-1 хелс. Битые красные поляки. Их нужно сейчас быстренько минусовать в Very Games. Но ЕСЦ на то ЕСЦ. 9. Паша, увидели. Рано вышел. Ну и тут, конечно, тяжелая ситуация для Кубана либо Лорда. Я не знаю все-таки, кто из них кто. Диффуз, Very Games берут раунд. Ну, бомба была установлена ЕСЦ. То есть, ну, в принципе, я думаю, эти парни еще покажут Very Games, кто в КС и папам. Надеюсь, еще на этом чемпионате. Хотя, может быть, по-другому. Шпротик. Это не Смит. Это Смитс. Слушай, Шпротик.
Ну ты ж против. Он все равно будет Смитом. Потому что если там многие ники игроков читать, вот Кенни, он Кеннис, Экзистенс, ну, в общем, да, я буду читать просто Смит. Ты уж извини. Ну, Нео сейчас хорошо, из него сосисочки сделали, из него, посмотрите, как парня нажарило, но это в районе двери, видимо, было. Это что ж с этими биндами, чего ж они не работают? Поломались, ладно, придется по старинке. Не страшно. Поляки за бомбы должны сейчас прийти. Походу, действительно выпало. Ох, есть еще один минус. Смит. Хорошо, забирает. Дальше. Не, ну сидят пока что по позициям Very Games. Вот АВП подтягивается под лево-лево. Они точно до конца не знают, где сейчас польская пятерка расположилась. Хорошо подрезали сейчас польские игроки двоих. Very Games пытаются их растянуть по карте, ловят их на движении. Вот сейчас забрали ВП. А, ну, вот тут могут быть проблемы. Скорее всего, все-таки это Кубан, наверное, если он. Хотя, в любом случае, нужно было подбирать ВП, может быть, и Лорд. Минус от Экзистенса, минус ТАС. Нео на рампах пока что. Есть 9, не попадает. Знают, где ВП. Very Games. Сейчас ВП, по-моему, будет забирать. Уходит в подкоп сейчас. За Лоу Дэнс. Нео. У него 20 хилсов остается. Ну, тут, конечно, секунд немного. Бомба. Бомба приходит. Бомбу ставят. Смотрим. Нео пытается прикрыть. Нео минус не делает. Видите, как сильно жмет вниз прицел. И Existence минус 2. Отлично. РПК помог, конечно. Ассисты там и там. 3-1. Французская команда пока что впереди на карте. Денюк. Ребят, ситуация в группе какая? Каким образом складывается вообще в этой? Нужно вам, конечно же, все это дело огласить. На данный момент в Регеймс один тур пропускали, сыграли только один матч и выиграли эту игру против InFaculty 16-4 на втором дасте. У Уфра есть две победы на нюке над FM Toxic 16-9 и победа над Anexi 16-12. То есть, ну видите, тяжело пока что даются игры полякам, судя по результатам. И это значит, что, ну, возможно, Very Games сейчас могут их и забрать. Все-таки они, конечно, больше фаворит, чем ESC. Но, опять же, верим в Golden Five и то, что они могут потащить. Так, что у нас на карте? На пытаются делать сплит-выход. Дверь, будка сейчас ESC. Посмотрим. Ну. Остановили весь выход. Дверь дымы. Будка легла. Будка легла. По одному вышли. Несинхронно. Вовремя брошен стоп-флэш. Ну и Паша остается один. Четвертый раунд для Avery Games. Нужно, по-моему, что-то придумать сейчас под копом полякам. Попытаться от улицы, по-моему, играть. Вот, ну, честно, ребят, я думаю, что атака должна действовать вот здесь, вот тут, вот. Сыграть через эту позицию, возможно, через одного игрока вот всего лишь здесь. Ну, и играть там через 4 подвала. Возможно, можно стоит там 1-2 игрока использовать вот на этой позиции. А тройкой сработать вот сейчас через подвал и после этого отстроить раунд либо на А, либо на Б. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, что решает. Нет, это будет снова выход, скорее всего, фаст на А. Сейчас посмотрим. Нет, просто дефолт играют сейчас ESC. Да, не, он еще не дотренировался. Прыжки пытался на скалу старую. Сейчас нынче это бочка большая. Запрыгнет Нео. Ну и минус уже от Смитса произошел. Будет хорошо, Смитс так Смитс. И он отлично играет. Нео попадает, Кеннис делает минус. Вообще, что вытворяют эти сорсеры? Играют в 2 АВП, что ли? Да, действительно, в 2 АВП на нюке. Но это просто извращенцы-то какие-то. Ну вот я уверен, что после ЭКО в следующем раунде их должны за это наказать Golden Five. Они же ESC, они же наши любимые поляки. Ну просто за 2 АВП, ну как это вообще, просто звери-то какие-то, не Very Games. 2 АВП на нюке в защите, это просто, я не знаю, это какие-то Москов, это французская пятерка, парижская пятерка какая-то. Опа, тут уже понятно. 5-1 за Very Games, пока что сорсеры не дают шансов ESC на карте нюк. И причем... Ну, действительно, на данный момент это лучшая карта команды ESC. Ну, действительно, лучшую игру поляки именно на нюке показывали в Counter-Strike Global Offensive. Сейчас посмотрим, что придумают снова, ребят. Ну, вот я, вот видите, у меня по-прежнему моя схема нарисована, что нужно играть через улицу, но в данном случае ЭКО
у игроков, по-моему, команда из Польши, поэтому тут уже не важно, что там рисовалось. Сейчас они просто будут, по-моему, отмораживаться на крышу. Есть Дигл, да, Паш пошел на улицу. Глоки, 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 Глоки. Есть одна раскидка, вот МММ будет сейчас раскидывать, видимо, под флеш, либо на А будут выходить. Вот сейчас могу дать минус, кинет 25 хлусов, как хорошо. Паша погрыз его, Смитс уже минусует таза. Паша быкует и был наказан за это. Минус от Кеннис, он его поймал на движении, поймал на пуше. Сейчас так на радио огоньку. Паджа Existence минус. Минус на пленте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как бомбят в Эригейм сейчас ESN. Ну просто в разрыв. Жесточенный разрыв сейчас идет. Так, что здесь писали, КС была популярная. Нет, КС была всегда простая. Но игра-то Counter-Strike и так простая. Правила те же, все вроде бы просто. Но Counter-Strike 1.6, я думаю, что Go, это все равно это самые сложные в мире игры, в принципе. Простота не всегда решает. Вот Quake простой, я считаю, самая лучшая киберспортивная игра. Самая зрелищная, самая вообще крутейшая для киберспорта, которую можно и не менять. Там будет Quake Life и оставить его пожизненно, но... Видите, как мало людей играет, потому что реально сложно. Попробуй обыграть там Сайфера и там, не знаю, Рафу, и еще там двух-трех топ-игроков. Все, в мире больше никто ничего с ними сделать не может. И, ну, в принципе, потому что не все играют, но, в принципе, потому что игра реально хардкорная. Вот. Так что, я думаю, по простоте лучше не говорить. Все-таки о том, что это КС, и правила КС здесь остались. Ну что, ну не играют с улицы поляки, ну сколько можно на это смотреть уже, и честно, я даже не знаю, давайте даже, я не знаю, почищу то, что я написал, сплит на очередной, из девятки очередной огонь, под своему, под ноги сжарят, что такое, что происходит, ну и не выходит сейчас, не выходит сейчас, фейк играют ESC с улицы, разыграли Нео под девяткой, уже команда на Б, налево-лево пытается выйти, дает один минус, видит еще двоих, минус два, будет, не будет от Нео, ну как-то не очень удачно он здесь рассчитал свою стрельбу, 7-1, Верегеймс вообще без шансов. Разрывают команду ESC, ну и возможно этот матч это игра за первое-второе место в группе Б на чемпионате мира. Напоминаю, по 5 команд играют в группе, по 4 игры у каждой команды. Ну и всего лишь 2 команды проходят из группы дальше. До этого момента ESC выиграли 2 матча. Выигрывают и Верегеймс, остается игра с немцами Unit Faculty, в принципе, которых они должны обыгрывать. То есть, ну, как минимум 9 очков ESC, по идее, должны набрать и как минимум второе место заработать. Но если это второе место будет, то полуфинал сегодня вечером НИП против ESC. Скорее всего, если сейчас выиграют Верегеймс, и, в принципе, выбирать тогда полуфинал не нужно будет, а будет супер жесткая разборка игроков, в принципе, КС 1.6, ну и двух сорсеров в команде НИП. Они также здесь присутствуют. Очередная попытка выйти на... Ну что ж так уперлись в этот аплен сейчас ESC, я не знаю. Сплит уже... А, это сплит даже был. Посмотрите, два улица. Трое пытались там в будку двери раскидать, вышли. Двое по улице не вышли, с пристройки пошли дальше под 9. В общем, по-моему, ничего не получается сейчас у ESC. Им нужно, ну, недавно нужно было поменять направление атаки. По-моему, давно нужно было и попробовать играть через подвал. Там же проще. Там зачем себе усложнять жизнь, если такой подкоп на улице поставили? Либо они боятся АВП, Кенни, который там их напрягает. Да я не думаю, что АВП когда-то была проблема на нюке для атаки. Но не знаю, что происходит. Видимо, действительно, в Регеймс настолько круты. Так, что случилось со стримом? Да что ж происходит-то сегодня? Дропы какие-то были. Стройка варенья, видимо, веселит народ окончательно. Смотрим за продолжением. Нео, вот наконец... А, допрыгнул на бочку. Конечно, хорош. Вот сейчас пойду с улицы играть. Ну... Посмотрим, конечно, чем это может закончиться. Непонятно, что-то переподключиться лучше на стрим там. Модельки смешно бегают, да, смешно. Ну, как-то получше, чем Source, как-то но вот когда там есть всякие камеры, зумы на камерах, там вообще не вроде эффектно выглядят, но да, непривычно. Итак, АВП работает, Смит сдает минус. Давайте посмотрим, что будет. Хелпа на Б пошла, минус от Нео прошел.
Но, опять же, уже просто полкоманды польской уже слегло. Нео пытается лево-лево выйти, не получается. Вообще ничего не получается. Вот снова какой-то сплит на Амуте. Ну почему не пойти, там куча, 4 улицы, там 3 улицы, 4 улицы, дать 2 дыма, спуститься в подкоп, там повоевать, расшатать там по гранатам, поиграться с молотами, подвигать. Ну сейчас дефолт от улицы больше строится, и тут нужно больше передвижений, там улица, вернуться назад, вот тут больше сейчас движения можно создать. Ню какой-то был сбалансированный стал. Сейчас можно и над ровным счетом налево-лево ходить, и тут через улицу, и сплиты различные делать. В общем, Нюк сейчас крайне интересный по игре за атаку, но я не понимаю вообще. Шпротик говорит, от него минус по своему прошел. Тут вообще какая-то паника. Поляки на себя не похожи, их просто рвут сейчас в клочья. Вот видите, парни пока пытаются допрыгнуть, но, видимо, еще не натренировали стрейфы в CSGO, еще не долетают. Ну, когда поляки не долетают до бочки, это вообще, конечно, провал. Кеннис продолжает просто штамповать там улицу и продолжают играть эти ребята в 2 ВП. Один налево-лево с ВП играет, второй просто играет со скалыча, вот со стекол. Теперь уже не знаю, что здесь. Раздевалка называется. Ящика здесь нет и вообще улица хорошо просматривается. Но тут даже большая степень не улица, а вот проход в подвал сейчас очень крайне важен. И туда не пустить. Правда, одним дымом все решается. Кстати, есть тут дым, пытаются пройти подвал. Пытаются снять окна. Вот сейчас дым развеется. Сейчас вот здесь проблема будет. Да, минус от Кенни. Ну почему не было инфы, что там ВП? Ну вообще, ну просто смех. Пытаются вот со стеклами тебе воевать. Вот наконец-то начали использовать подвал. Один пошел на Б разводить. Но уже 3 в 5 остались. Да лол. Там Кенни с ВП работает хорошо. Дает минус. Вот здесь поймали. И по-моему... Ну тут два игрока уже налево-лево. Да что же такое? Не читают, кстати, в Регейм здесь ESN. По-моему, ESN сами не читают того, что они делают. Что происходит в этом матче, я не знаю. Тут без шансов пока. 10-1. Ну что, если Very Games возьмут еще, я не знаю, еще 4 раунда последних сыграют 14-1. То действительно, если не стоит рассчитывать на первое место в этой группе. Конечно, могут удивить другие команды. Может быть, кто-то обыграет в Регеймс, но на данный момент, ну, вряд ли можно предсказать, что там ESL сейчас вот возьмут и дадут камбэк. Мы знаем, что эти парни умеют это делать, что они умеют собраться, что они играют головой, что они там могут вовремя перестроиться. Но что-то в этом матче вообще ничего у них не получается. Деньги закончились. Эко через дымами по улице. Вот сейчас, да, мы играем через улицу. Ну, да раньше нужно было играть через улицу, ребят. Что, в чем проблема вообще? Ну что ж такое? Это ж... Вы что, все равно прекрасно все знаете, видели. Ну что, уже, видите, улицу прошли. Вот просто с пистолетами проходят до точки Б, а с оружием не могли этого сделать. Вот почему такое точно не сделать сразу на оружии? В принципе, я уверен, если очень много смотрели видео, там демок по поводу матчей, вот, ну, демок не так много, видео и других игр на Нюке. Все играют через улицу, все играют через подкоп. Почему вот сейчас вот так вот команда уперлась в этот аплент и раундов 7? Ну, просто в холостую сыграла и действительно хорошо принимают. Вот отдадим дань должное уважение в Регеймс на апленте. Просто тройка работала, ну, как бешеные головорезы, и просто разрывали все, что движется. Не давали выйти ни двери, ни будки, и вообще без шансов там на... Не сложилась игра у ЕСЦ. Вот пишет, сейчас много новых звезд появится в CSGO. Возможно, появятся новые звезды. Возможно, это будут все те же звезды из 1.6 и Source. Просто они теперь будут играть в одну игру. Возможно, появятся новые юные воины, там просто талантливые, и более приспособленные, допустим, к этому движку, и более жаждущие к обучению, там, и к поиску новых фишек и улучшению своей игры. Вот он минус. Ну вот что происходит. Пашу за ящиком защемили, а он... Ну, в 1.6 там не видно этот угол. Пашу наказали. Видите, что они пытаются? Пытались уже сыграть как раз сейчас через улицу втроем вот здесь. 3 плюс 2, то, что я им советовал там с 4-го раунда. Но просто одна флеш, ну, стандартно, как раньше в 1.6 бросали первый флеш на стоп аркады улицы. Вот одна флешка, все, Паша там слепой, уперся в ящик, пацан выходит с ВП с парапета, дает минус. Ну, вообще все против поляков в этом матче. Very Games просто рвут в клочья. Ну и плюс, не забывайте, Very Games играют дома. Там должна быть сумасшедшая поддержка. В любом случае, ребята чувствуют себя в домашних условиях. Ну, в принципе, если это не те парни, которых это должно влиять.
Нео, походу, подобрал все-таки ВП. Это вряд ли 2 ВП в атаке играли. Попадает Нео, но... О, еще раз попадает Нео. Хорошо, Стазом сработано. Минус 2. Все, пытаются сейчас отбить точку. В лоб на тебе, Нео. Как играет француз? Просто разрывает обоих. Третьего даст? Нет. Не даст. Минус 2. Два игрока на 2 остаются. Здесь опасная ситуация. Будет минус или нет. Экзистенс агрессивно играет. Вообще, тут очень мощный парень. Ну вот нынешний, он один из звезд сейчас Counter-Strike GO, хороший минус. Диффузится бомба, Таз остается один, дымы, он видит плент, пытается убить, раздиффузит. О, есть минус, где второй, где-то здесь на пленте был, мансуется вокруг плента. Ух ты, а тут сейчас не разбивается эта штука. Ну и затянул время, ну наконец-то что-то получилось. Сейчас еще бахнет, да. 11-2. Конечно, если бы 14-1 было бы действительно печально, да и сейчас печально. Нужно хотя бы 11-4 сделать, потом просто творить чудеса в защите, давать мега-камбэк, и... ну либо не давать, сейчас увидим. Сложно пока для польской пятерки, для Golden Five складывается этот матч. Очень сложно, и вы видите все сами. Ребята тут в большей степени первый раз такое наблюдаешь, что стратегически неправильно играют польские парни. Ну, все-таки верим в то, что они проснутся. Кенни продолжает просто изничтожать команду с ВП. Он уже, наверное, достал здесь всех. И, а, смотрите, здесь ВП, еще и балкон сыграли уверенно. Там пацаны идут с оружием. Что происходит? А, ой, вообще, какая-то жесть. Ну... ну что, дым дали. Почему? Дал дым, дал флеш, вышел, упал в подвал. Там, по идее, сразу встречают с вентиля бокового со ступенек. Там тоже надо дать флеш, зайти. Та же суть, та же игра. Но сейчас в эту игру проигрывают ребята из ESM. Ну и причем на своей сильнейшей карте в Counter-Strike GO. Ну и, конечно, возможно, только первая игра с таким соперником, самым сильным на чемпионате. Ну, возможно, еще и справится. Но все-таки... большая цена этой игры, потому что вы все прекрасно понимаете, что если, я уже говорил про это, что если сейчас проиграют и займут второе место в группе, то попадают в полуфинале на НИПов, на, можно сказать, своих вечных соперников из Швеции. По крайней мере, троих так точно из этой команды, плюс двух новых сорсеров. В общем, я даже не знаю, вот в этом полуфинале могут и проиграть, и ESA играет завтра утром матч за третье место. Велика цена игры, нужно собраться, попытаться. Понятно, счет, игра, все идет против этого, но поляки умеют собираться. И, конечно, я думаю, в Украине и в России очень много людей болеет именно за эту команду. Сейчас нету ни команд ни с Украины, ни с России. Я думаю, только за ЕСЦ болеют. Здесь у нас все русскоязычное население, 12-2. Ну что, Golden Five, нужно показать свою золотую игру. Нужно, наверное, как-то перестроить этот матч, но уже тут его спасти будет тяжело. Нужна очень сильно будет пистолетка, и пистолетка просто... ну, от нее все зависит. Если ее подтащат, ЕСЭ там возьмут первые раунды, начальную там пятерочку в защите, может быть, каким-то чудо-образом можно будет зацепиться за игру. Вчера, кстати, очень веселую подсадку на этой позиции мы тут наблюдали со Слэмом. Вот сюда, здесь вот садились игроки, и здесь не сразу замечаешь парня, и, конечно, он там может подраздать. Сплитбай у пятерки. Вышли фастом на А. Вот сейчас предугадали действия в Регеймс. Здесь отдавался плент. Играли снова через улицу в Регеймс. Хотя думали, что, видимо, поляки будут действительно играть массово через улицу. Нет, сейчас на А. Вот и раунд может получиться. Хотя по девайсам все плохо. Уже в Регеймс начинают отстрел. Уже 4 в 3 защита в большинстве. Остается Дигл, Галил. Дигл, минус Дигл. Дигл и Галил. Будка, минус. Все. Ой-ой-ой-ой. Ну тут без шансов. 13-2. Вот это разрыв от Регеймс. Разрывают они ESC Gaming. И... я думаю, в хорошем, в сумасшедшем настроении будут начинать свой, ну, точнее, вторую половину этой игры. И, в принципе, могут сейчас заработать вторую победу из двух матчей. Для поляка это третья игра. И две предыдущих они выиграли. Ну, по поводу Na'Vi, конечно, отдельная история. Вот я как хороший, там, не знаю, даже можно сказать, фан этой команды. Много расстроен, что мы их не видим здесь, что вот многие, некоторые игроки, даже не знаю там кто, как сейчас до конца там у Na'Vi, кто хочет играть GO, кто нет, но, не знаю, мнения разошлись, можно сказать, и, во-первых, у ребят и контракт на 1.6 пока что, ну, не знаю, будут ли они играть, вот хотелось бы увидеть их вот здесь, вот, своей пятеркой в Counter-Strike GO, чтобы они рубились и радовали нас с новыми победами. Но я не знаю, вот, хватит ли сил, мотивации у парней вот, раздать заново, снова доказать, что они лучшие прогеймеры планеты. Даже не в частности кайсеры, а именно прогеймеры. Вот, научиться снова
в новую игру и смогут ли они здесь раздавать. В принципе, опыт побед есть, и если все-таки Нави без замен, хотелось бы, конечно, без замен видеть пятерку, было бы было круто. Но, может быть, будут замены, может быть, вообще не будут играть. Кто его знает, я думаю, только в начале года, либо в конце, там, либо в декабре мы узнаем все же, что решат Нави. Пока что, по-моему, это единственная команда в мире по 1.6 осталась на данный момент. Ну и, короче, грустно это все для меня. Все, смотрим, поехали. Походу, пошла игра, жара. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что, надеюсь, вармап? Хотя вряд ли это вармап. Походу, это действительно пошла пистолетка. Да. Тут просто и без вариантов. Вышли, разорвали и убили всех. 14-2. Ригеймс берут пистолетку в атаке у польской пятерки. У Golden Five нет денег. То есть, ну, в принципе, наверное, в этом матче все уже решено. И, если честно, результат просто непредсказуемый. Вообще сумасшедшим образом непредсказуемый. Ну, кто мог подумать, что вот так вот сильно, с таким треском ESL проиграет в Ригеймс. Да, мы понимали, что ESL на этом чемпионате, ну, скорее всего, будут третьими. И мы говорили, что вот все-таки НИП, либо Very Games, вот все-таки между этими командами будет борьба. Но, знаете, я верил, что ESL еще смогут там по последней неделе там подтянуть свой скилл. Но пока, видимо, сложно. Ну, либо такой день, знаете, другой день, другая игра, говорят. Может быть, завтра, либо сегодня вечером уже все пойдет по-другому в полуфинале против НИПов. Ну, почему говорю, что в полуфинале? Потому что, скорее всего, именно ESL будут играть в полуфинале с ними и выйдут со второго места группы. Вряд ли в Ригеймс там допустят ошибку и кому-то проиграют вот еще в группе. Мне кажется, что это будет 4 матча, 4 победы. Ну, а поляков должно быть 3 матча, 4 матча, из них 3 победы. Все очень просто, здесь уже добивают оставшихся игроков. Есть С, ТАЗ, остается ММ, минус 1, все, последний ТАЗ. 15-2, и вот сейчас посмотрим, вот в чем фишка-то Counter-Strike GO, то есть что можно купить в третьем раунде, проиграв первый, сыграв фуллэк и во втором. Тут, причем не так много минусов дело. Да, тут вообще только на диглы хватает. Даже дедушкин обрез даже не купили. Вот есть вот обрез один, подождите. Но только не дедушкин. Скорее он бабушкин. Да, двери, конечно, здесь действительно открываются кнопкой. Многие, ну, снизу на Б так точно. Ой, даже стрельнуть не успел. Вообще жесткий префайр от игрока Very Games. Он просто принимает выход с рам. Все, минус все, ТАЗ один. Вот пуш на ноль. Пуш на ноль пытались сделать поляки, но пуш не получился. Ну, правда, ТАЗ еще борется, может быть. Ну, еще. Ой-ой-ой, что сдает ТАЗ? Три хедшота, лежать один на один. Нет, 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 нет. Все-таки уже есть игрок в девятке. И я думал, это тот момент, с которого начнется мега-камбэк. И ТАЗ сделать какой-нибудь там супер-покер, там 4 хедшота за доли секунды, там счет 15-3, поехали, ого-го, ломаем французов. Нет, не получилось. 16-2, уверенная, четкая, жесткая победа от французов, и это второй матч для них, вторая победа. У ЕСЦ 2 победы, 1 поражение, но еще они там скоро, я не знаю, какой тур будут пропускать, но будут пропускать тур. Так что еще у нас с вами будут свои матчи. Сегодня трансляция будет долго, друзья, идти, потому что у нас сегодня еще плей-офф, у нас сегодня полуфиналы и БО3, поэтому гораздо дольше будем мы, чем вчера были. Ну и могу вам сказать, что, наверное, я пойду все-таки пытаться искать моего коллегу и скоро к вам вернусь. Сейчас зайду быстренько на сайт hltv.org, посмотрим там, какую игру нам можно сейчас будет выбрать. Ну вот, я смотрю, это, скорее всего, с вами. Давайте смотреть Very Games против FM Toxic. Мне нравится вот этот матч. Я думаю, он будет через 10-15 минут, не больше. Потому что Very Games вот нужно отдохнуть после матча с польской пятеркой. Снова сесть и снова ворваться в бой. Я думаю, где-то это будет, ну давайте 50 там напишем. Может быть, кстати, раньше пойдет игра. Чуть-чуть. Ну, в принципе, что? Very Games, FM Toxic. Ждите продолжения игры от суперфранцузов, от суперсорс французов в Counter-Strike GO. Ну и посмотрим, чего из себя там представляют FM Toxic, британцы, как они будут рубиться и будут ли они оспаривать второе место в этой группе. Но хотя они уже проиграли полякам, может быть, сейчас сольются снова, ну, не знаю, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Пока что довольно неплохо действуют эти ребята из Very Games, ну, просто молодцы. Ухожу ненадолго на паузу.